1 сентября. Погода отличная, детям не хочется идти в школу, а надо. А вот моя Сашуня, выходи, Зай. Выходи, выходи, выходи. У нас хоть и ремонт, Сашуня, знаешь, как она выросла. Какая она была маленькая. А ну, Сань, а ну-ка покрутись, покрутись, как модель. Вот она какая. Вот она какая моя выпускница. Она сегодня праздник не совсем ее. Так, подожди, сейчас идем. Подожди, наш дом закрыть. Постой, постой, постой. На меня поснимай, чтобы не выключать репортаж. У нас был простой, прямой. Он не прямой? Это закрыли дом быстро. Ты опять так снимаешь? Надо же вот так вот снимать. Ну, снимай, как считаешь. Это уже поздно. Хочется так пойти в школу, но линейка на полдевятого, у меня в 9 маршрутов. Поэтому проведу, да и поедем. Пошли, Саша, мне сейчас открою все калитку. Отключать? Не надо отключать ничего. Так, сейчас открою калитку. Мы тут как буржуины. У нас все закрывается. Так, вот такие. Погодка, нечем делать. Ух, как есть. Раз вот так вот пока блоками. Не, поднимай на волосочках, иди со мной. Ой! Вот это наша дорога. Ой-ой-ой. Классно ходить, да, на каблуках? Надо было салфетки взять. Вытерти каблуки. Вчера был дождь. Ой, как хорошо. Как... Ты намучишься так? Ну, конечно, ну... красота требует жертв. Все правильно. Нет, тут уже можешь идти ровно, нормально. Уже можешь не спеша идти нормально. За 5 копеек? За 9. За 9? Вот сейчас, в прошлом году. А зачем тебе дневник сейчас? Ну, мы будем записать. Да. А вот надо было брать торбу, а был мешок, чтобы книжки все забрать. Да. Совсем недавно шла с цветочками. А первый класс. Сейчас. А? Нет, так я же не прямую. Я просто так записываю, чтобы была же якась... Чтобы якась была ж память. Так надо ее еще и порезать, попечатать. Так, пошли. Я вообще не бачу. Я бачу только себя в отражении. Ой, малечка, яка пішла тоже. Ну, мы, наверное, раньше всех идем. Ну, вы же пьете сейчас, наверное, туда в класс, да? Плохо, что мы без цветов идем, Саша. Мы сейчас будем еще тренироваться. Ага. 55 минут, Саша. А Саша где должна быть? На повороте. Ага. Ой, у меня бантики торчат. Нормально тебе бантики, Саш. Иди уже бантик, ровно спинку и пошла. От бедра. Ровно спину сделала. Вот так. Давай, 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 иди спина. Видишь, как хорошо, когда волосы заколоты. Я просто переживаю за твои ножки, Сашунь. Босиком будешь? Если шо. Понятно, если что, то будешь босиком. А тогда ты бы не... Ой, вот так. Ну, Б, класс, ты просто не потом. Мне всегда хотела делать бандики и вольки. А что, у вас два класса разве? Ну, у тебя тоже классе, не знаю. А, ну ты имеешь в виду... Ты смеши меня, пожалуйста. Че же ты весь... Не, ну мне же надо... Я ж не зря вчера вечером приехала, чтобы сегодня утром опять ехать за полчаса. Я Ире покажу, Паяне, какая ты красивая у меня. Всем покажу. Дороги за нас. Там они кругом такие, господи. Ну ничего, мы же не в центре живем, поэтому. Где Збираник? Где Збираник, не знаю. Збираника нема пока, может она уже там? А ты набери її. Які красиві учениці пішли. Ой, даже сегодня ворота в школе открыли, представляешь? Особенный случай. Да, особенный случай. Где тут Саша? Ну, девочки так идут просто. Набирай, хай вона виходить. Сюда ты западешь за свой рахунок. Ой, за его рахунок. Нема грошей? Так ты же еще я пополняла. Дороги домой, боже. Вот по этой дороге я в школу проходила, а теперь ты уже заканчиваешь. Еще один годочек и все. Не так быстро пролететь. А даже Збираничка. Что-то ее не видно. Не Сашуня плывет.
Еле-еле. Она с сумкой, Саша, смотри. Там будет видно. Сейчас она подойдет ближе. Сумку впереди несе. Видишь, вона на каком каблучку маленьком, Саш. Вернись, пока не поздно. Пока не поздно, будешь плакать. Человек уже с рюкзаком. Ой, не скакай на меня, пожалуйста. Фу! Пошла, пошла. Здрасте, Алин. Сашуня, а наша Саша на каблуках и будет книжки нести в твоем рюкзаке. Привет. Тоже, Лен, какая красивая. Тебе не будет холодно, Сашунь? Какие гарные девчатки, ну поливайтесь. Привет передавайте всем. Привет, привет. Такие гарные, самые лучшие выпускницы. Это третья школа, город Кременчук. Самые красивые учащиеся. Пошли. Ой, он какая украинка пошла, смотри, красиво. Ух. А давайте налево повернем, ребят. А ну люди что-то пішли прямо через центральный вход, чи що? А ты сама заплетала косы, Саш? Да. Молодец. Красивый Сашка сама. А я б не змогла так заплести. Не. Красивые вы, какие девочки. Вот это наша школа, труба. Которая уже вот кочегарка не работает, а больше 30 лет. А мы на эту трубу залазили, вот эту залазили. Вот это желтое такое пятно, это у нас уголь здесь был. Это школа, в которой училась я. Классная школа. Жалко, что нету времени побыть на линейке. Вот Александра Ивановна, Алла Александровна идет, он прямо. Это классный керевник наш. Девочки собираются, какие девочки красивые. Вот здесь у нас проходила линейка. Наша школа небольшая, она, конечно, уже очень старенькая, но все равно самое лучшее. Очень жаль, что на линейке я не смогу быть. Но все равно это же праздник первоклассника. Но они будут их выводить, это будет красиво. Но работа есть работа. Так получилось, что не могу остаться на линейку. Какие все сегодня они будут одинаковые, красивые. Одной моей Саше будет тяжело, что она на каблучках школьницы. Пошли я поздороваюсь, Алла Александровна, да буду идти, потому что... Ты ж, девочки. Здрасте, девочки. Какие у нас красивые в школе девочки. Все красавицы, посмотрите, а? Третья школа Кременчук самая классная. Сейчас я тихонечко пойду за девочками и покажу вам, как внутри у нас холл, как он выглядит. Девочки так долго не виделись, сейчас будут обсуждать свои платья. Здравствуйте. Привет всем. Ну, заходите, куда вы там собирались идти? А то этот тайный шпион, а иду за вами. Странно, и вы меня видите. Вы же не должны меня видеть. Вот директор школы, Наталья Николаевна наша. Здравствуйте, с праздником вас. А поцеловаться? Давайте. Вас тоже. Пришла, бо я сейчас на автобус надеюсь на машинку вижу. Что вы робите? На счет чего? Здрасте. А, не может, я спешу. Что вы хотели спросить? Что я худая? Красиво. Конечно, быть красивой. Такой, да, это точно. Пришла, Наталья Николаевна, сейчас быстренько зайду в класс, поздороваюсь, а буду бить. Уже нехай другий раз зайду, хорошо? Бо на 9 на маршрутку. Вот это вот лестница, вот по этим лестницам я ходила. И у нас тут стояла очередь вдоль стены вот этой. И мы здесь все по очереди заходили. Вот здесь у нас памятничек стоял, тут всякие, ну, при социализме, как мы были. Вот смотрите, какие у нас коридоры. Ну, вы знаете, как
Девочки, не бегать по коридорам. Я шучу. Видите, какие все красивые. Такая наша школа. Финансирования нету, но как-то стараются, борются. Это наш учитель математики, самый лучший, идет. Здравствуйте, с праздником вас. Ага, началось, как говорится, да. Так, сейчас зайду в свой класс, потому что время. Тут темно, у нас свет не включают. Ну ничего, сейчас мы увидим. Здравствуйте! Вот наша Алла Александровна, это наш классный керевник. Сегодня все увидят нашу школу. Какие у нас красивые девочки, мальчики Украины. Обратите внимание, какие у нас девочки красивые. Ну и мальчики у нас красивые, мальчики. Вот и Костя, знаете, у нас хорошие хлопчики все. Ну еще не все собрались. Что ты говоришь? Такие девочки, что не узнаешь девочек вообще. А Виталик уже замерз, перепутал октябрь. Еще жара, Виталик, что ты куртку уже напялила? Я так думаю. И шапку-ушанку. Ой, Санька какой большой уже стал. Боже, Саньку 100 год не бачила. А ось яке книжек, видите, это книжки, которые дают знания. Но нашим детям, конечно, лучше бы не потерялись или погибли в пожаре. Вот, видишь, какие пальцы. А вот Костя Шакун. Ох, он мне нравится, такой хороший парень. Вот какие они были маленькие, какие они сейчас уже высокие. Дядьки, просто дядьки. Вот так надо. Ну что, у них здесь организационные вопросы, я не буду им мешать. Желаю им удачи, хорошего старта, чтобы был хороший финиш. Все, девочки, я желаю... Извините, Алла Александровна, я желаю вам удачи. Как стартанете... Я сказала, стартуем! Так и финиша, добежите до финиша. Удачи вам и всего-всего самого хорошего. Так выглядит линейка в нашей школе. Видите, как много... Первоклассник, сколько много людей. Для всех родителей сегодня праздник. Идут еще, видите? Всем удачи первоклассникам и одиннадцатиклассникам, учителям. Всем всего-всего самого лучшего.